Ну что, погнали наших городских? Она такая, а я что? Всем привет, с вами Таня Генерал, это канал «Субъективно об Америке». Сегодня расскажу вам о двух важных вещах в дневном макияже, которые делают ваше лицо естественным, натуральным, цвет лица просто идеальным, вашу кожу ровной, гладкой, снижают количество морщин на 30%. И это вот абсолютный must-have в косметичке любой женщины за 45. Все продукты, которые я использую, как обычно, saiherb.com, с которыми у меня реферальная программа, их все можно найти по ссылке в описании. И я в этом видео буду использовать одно еще мое старое видео про дневной макияж. Так что присоединяйтесь, поехали, сейчас будем рисовать лицо. Всем привет, с вами Таня Генерал. В сегодняшнем видео покажу вам свой быстро-быстро макияж за 5 минут. Как публичная персона и человек, который почти всегда нуждается в достаточно приличном внешнем виде и который не имеет к этому привычки, я тренировалась целый 21 день, красилась каждый день по одной простой методике, наконец-то научилась. Как видите, я уже начала наносить, нам нужно успеть, чтобы все было за 5 минут. Итак, сразу же после того, как вы проснулись, нанесли тоник, нанесли свой дневной крем, нанесли средство под глаза и все то, что вы для себя делаете в обычном режиме, мы делаем следующий шаг. Как вы помните, в предыдущем видео я уже рассказывала вам про один из праймеров под макияж. Он тоже прекрасно работал, и я никогда на него не жаловалась. Но когда я попробовала этот, все изменилось. Итак, встречайте Revival Up Makeup Primer. Он имеет очень интересную структуру. Он прозрачный и достаточно густой, примерно как мед. И когда вы его размазываете, он имеет очень интересный эффект на лице. С одной стороны, он очень легко наносится. Вы видите, крошечные капельки хватает для того, чтобы нанести его на все-все-все лицо. При этом он все лицо покрывает такой какой-то маслянистой пленкой. Лицо становится увлажненным и мягким, еще более увлажненным и мягким. А как по нему потом ложится тональный крем или та самая база, которая последует, это просто какая-то сказка, песня и волшебство. Всем рекомендую. Он один из самых дорогих в их линейке на iHerb, но это реальное чудо. Как ложится на него тональный крем? Никаких бугров, морщинок, никаких впадинок, никаких неровностей. Все идеально, ровно и красиво. А вы можете увидеть список всех употребляемых продуктов. Первое, что я нанесла, это был специальный крем-основа, выравниватель под фаундейшн, под тональный крем. Теперь сам тональный крем. Все мое добрище, которое я использую в процессе, я покупаю на том самом iHerb.com. Тональную основу нанесли. Следующим у нас идет консилер под глаза. Это дело я раньше наносила кисточкой, а тут в одном видео у какого-то очень модного стилиста-визажиста увидела, что гораздо лучше это дело наносить пальчиками. Так оно ложится натуральнее и меньше опадает морщинки под глаза. Это у меня в глазах блюрится или изображение так блюрится, непонятно. Ну вот, канва примерно готова. Теперь тени. Обалденная палетка, просто обалденная палетка с натуральными оттенками. Маленькой кисточкой, примерно такими притемноватыми тонами, обозначаю контур глаза, как подводку. Сверху и снизу в особые дни. Не каждый день. С этим глазом сложнее, потому что после операции по улучшению зрения один глаз видит лучше, другой хуже.
И теперь большой кистью, более светлый тон. Щедрыми мазками растушевываем темненькое к светленькому, светленькое к темненькому. Ой, этот глаз вообще трудно. Отлично. И немножко светленького под брови. Ну что ж, когда ж не помешает. Следующий инструмент. Это я строго всем рекомендую, если у вас еще нет. Поднимаем немножко ресницы. Говорят у нас в Америке Game Changer. Эту тушь я вам уже показывала, это та самая с эффектом накладных ресниц. Но если вам не нужно хлопать глазами и взлетать, то можно ее использовать без заполнительного тюбика, который уже накладные ресницы накладывает, просто как основную. Все добрище у меня с iHerb'а, как я уже говорила. Следующий шаг. Это у нас с вами бронзатор. Эту штуку я тоже для себя открыла. Она реально меняет все. Занимает полминуты. Делаем это темным по краю. По контуру лица. И движениями вверх, вот тут, где у нас костная скульная кость заканчивается. Из всех губных помад, которые дают красивый стойкий цвет и не усушат губы, я выбрала Neutrogena. Как вы заметили, с бровями я ничего не делаю, мне повезло, что они у меня натуральные. Сейчас была шутка. И последний шаг, всю вот эту вот красоту. Кисть, которая 2 дня назад была обмакнута в пудру натурального оттенка, ей мы просто вот эти вот наши линии нажали. Просто приятно прикосновение к нежной мягкости. Одна из главных проблем после нанесения всего этого макияжа – это то, что да, абсолютно все выглядит очевидным. Вы наносили макияж, то есть та самая штукатурка. Я замечаю это рано утром, когда выхожу на работу во всех зеркальных лифтах. Я замечаю это во время своих прямых эфиров, перед которыми я предварительно наношу весь этот макияж. А к середине дня он начинает выглядеть хорошо и естественно. Такой ровный цвет лица, приятный румянец, никакой штукатурки, никакого макияжа. Но с утра, сразу после нанесения, это просто трындец. А я уже столкнулась с использованием специальной жидкости, которая называется закрепитель, на одной из моих фотосессий. Если помните, было дело, я там немножко моделила. Я тогда еще удивилась. После часового нанесения всей этой красоты на лицо девушка-визажист взяла пульверизатор и что-то мне напрыскала на лицо. И она так и объяснила. Макияж будет выглядеть естественнее. И при этом каким-то невероятным образом это еще все закрепляет. Долгое время я в этом сомневалась и смеялась, пока iHerb'чик не прислал мне на пробу кое-что попробовать. Да, как постоянный партнер этой программы, они иногда мне смотрят то, чего я там сама покупаю, и присылают на пробу какие-то тестеры. Это достаточно дорогая штука. Эта линейка вообще у них очень дорогая, вот эта Pixi. Я пользуюсь их программой для эксфолиации, для пилингов, но только могла себе позволить купить маленький пробный набор. Пахнет розовая вода, мне очень нравится. Тут они расщедрились, прислали мне вот такую бутылку. Что это такое? Это Makeup Fixing Mist. Мист – это слово, обозначающее такую вот дымку из воды, ну, опрыскиватель. И вы знаете, это действительно просто какое-то чудо. После того, как вы нанесли полностью свой мейкап, даже губную помаду, вы делаете как приятно, и немножко на шею. И даете всему этому делу немножечко впитаться и осесть на лице. И именно эта жидкость дает то самое свечение на скулах и дает то самое натуральное, красивое фарфоровое личико. Эта жидкость изменила всю мою жизнь. Я вам ее очень-очень рекомендую. Даже если вы краситесь раз в год по обещанию, купите себе такую штуку. Тогда любое нанесение макияжа станет вам доставлять настоящее удовольствие, потому что это пахнет так приятно, и такое потом невероятное чувство свежести. Для тех, кто хочет сэкономить, у iHerb'а есть еще вот такая штука. 2 в 1. Здесь он на основе кофеина в виде спрея. Предполагают его наносить
до того, как наносить макияж, то есть он идет как и праймер. Очень приятный, кстати, огуречный запах. Сужает поры, выравнивает кожу перед тем, как наносить. Сужает поры, выравнивает кожу хорошо перед нанесением фаундейшн, хорошо перед нанесением любой базы, тонального крема. И точно так же после того, как вы все уже сделали, опрыскиваете. Ох, я могла бы опрыскивать это 100 раз в день. Невероятно приятное ощущение и такой запах. Несмотря на то, что заявлено, что он содержит в себе кофеин, а запах на самом деле свежего огурца. Вот так и не знаешь, что выбрать. То ли розу, то ли свежий огурец. Разорваться, что ли. Так что пользуюсь по очереди одним и другим. Но праймер однозначно. Праймер однозначно ревайва. Как он хорошо ложится. И как кожа после него себя хорошо чувствует. Особенно вот эти вот области вокруг глаз, которые людям, которые много смеются, позитивным, энергичным хохотушкам вроде меня, это, конечно же, адский ад и трындец, когда все время вот так, и потом здесь вот эти вот меленькие морщиночки, которые называются те самые гусиные лапки. Да, я делаю разные упражнения на расслабление и массаж, но тем не менее годы берут свое, и притворяться, что мне все еще 13, наверное, не имеет никакого смысла. Ну и как обычно, легким движением руки брюки превращаются, превращаются брюки. Собираемся, идем дальше. Что у нас там сегодня по плану? Либо вечеринка, либо это просто обычный рабочий день. Всегда приятно хорошо выглядеть, всегда приятно взглянуть на себя в любое зеркало. Зеркал у меня много. И увидеть себя вот такой вот намалеванной. Я надеюсь, вы нашли для себя в этом видео что-нибудь полезное. Ссылки на все товары будут, как обычно, в описании. У iHerb'а до конца января действует специальная бонусная программа для всех, кто только присоединился и зарегистрировался на сайте. Там дополнительная скидка в 10%. Ну и по моему промокоду на любые товары вы получите скидку в 5%. Оба кода указаны здесь. У меня есть отдельный аккаунт на Инстаграме, где я рассказываю про все мои продукты и товары. Подписывайтесь на этот аккаунт. Оставайтесь здесь со мной. Если вам интересно продолжать слушать истории по уходу за стареющей кожей лично моей, человека ленивого и не склонного много времени проводить за уходом, все, что я нахожу, пробую на себе, я оставляю только самое действенное, самое эффективное и самое простое. Если вам интересно, тебе интересно, я понимаю. Тильда вам говорит, если вам интересно, отпустите эту женщину, она должна гладить кошку. Если вам интересно, пожалуйста, напишите в комментариях. Плюсик, интересно, что угодно. Так я буду знать. Потому что, конечно же, подобные видео слегка выпадают из контекста субъективно об Америке. И меня за это очень много ругают. Ну, как говорится, умище-то куда деть? У меня столько знаний, мне так хочется ими делиться. Тем более, что некоторые вещи легко выполнимы и неочевидны. Они настоящие лайфхаки, я их сама от кого-то получаю. Мне очень хочется делиться с вами. Поэтому ваши лайки, ваши отзывы, ваши комментарии будут для меня хорошим критерием, хорошим сигналом о том, что вам интересно и мне нужно продолжать. Потому что у меня, естественно, есть еще куча информации про ежедневный уход утром, ежедневный уход вечером, о массаже. Боже мой, какой я сейчас разработала благодаря куче информации набор массажных всяких притирок на лицо. Буквально 10-15 минут каждый вечер. А умывание, а питание, ой, а упражненица. У меня столько всего, столько всего. И это действительно легко исполнимо, легко внедряется в ежедневную рутину. Так что, если вам интересно, пожалуйста, отметьте в комментариях. Поставьте лайк, чтобы я знала. А у меня на сегодня все. Ссылки на все продукты в описании. Далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. Пока!